Здравствуйте, друзья. Вы спросите, вот часто спрашивают, и вы можете спросить, на чем ездят тестеры в Америке. Вот номер, вы видите, что это наши. Наши, на тестеры, на чем ездят. А ты так думаешь, вообще? А тут ездят на таких машинах, куда и номер-то привесить невозможно. Вы видите, тут нет места как-то. А почему нет места для номера? Что это? Потому что у него две большущих решетки радиатора, под которым стоит 4 радиатора. И она не дизайн, если номер, он закрывает движение воздуха. А зачем одной машине 4 радиатора? Чтобы ее охлаждать. Значит, есть чего у машины охлаждать. И что там много лошадиных сил? Лошадиных много там лошадиных. Там 520 лошадиных сил. Так. Там 12 цилиндров, а их естественно... А не написано, как называется? Написано, вот одна эмблемка здесь. Так. Aston Martin. Ни того, ни другого не знаем. Это может быть не так плохо. Это не муж и жена, а два совершенно разных человека. Да. И самое главное... Так. Опа. Дверей две. Друзья, экономненько. Экономненько. У нее есть уникальная фича, так, которой нет ни у одного другого автомобиля в мире. Так. Сейчас я ее открою и покажу. А вот сзади, пожалуйста, сзади место для номера есть. Да. Эта фича находится в багажнике. Так. И это уникальная фича, это вот эта вот амбрелла, которая продается вместе с машиной. Это для англичан, видимо, да, рассчитано. И только три автомобиля в мире, которые предлагают эту фичу. А вот... Это Aston Martin, Rolls-Royce и Bentley. А вот небольшой багажничек. То есть они явно в магазин не ездят на ней? Не ездят, да. Потому что основную часть багажника занимает крыша, когда она убрана. Багажник идет? Туда? Да, она убирается вся, я могу показать. Давай. Так это что, получается, такая машина, как бы... Говорят, что вообще люди постарше... Ой, гудит. Что люди постарше норовят ездить в таких вот машинах с открытым верхом. Так. Ой-ой-ой. Так. Целое представление, целый концерт. Да, слушай, цирк такой. И сложилось, ё-моё. Вот тебе багажник. Подожди, а сетка зачем за головой? А это воздухозащитная. Чтобы движение воздуха не было в салоне. А не дует в голову? Нет, ты сидишь ниже лобового стекла. И хватает этого? Хватает. Ну, правда, шум, когда мы едем вот с женой, то радио приходится погромче, конечно, делать, потому что внешний шум в этой ситуации есть. Как жена относится к этому произведению? Очень хорошо. Она меня возит, она у меня personal driver, когда мы по выходным куда-нибудь ездим. Так, хорошего цвета, так я вижу. Да, вещь. Я закрываю крышу, да? Ну, пожалуйста, а что здесь вот есть такое, ну, как бы, за что деньги берут? Прежде всего, деньги берут за имя. Но имя, чтобы истаблиш, уходит 100 лет. У этой машины уникальный 12-цилиндровый двигатель. У этой машины уникальное количество лошадиных сил, баланс. У этой машины, например, нет коробки передач. У нее вместо коробки передач кнопки, все электронное. Передачи переключаются шифтерами на руле. Да. Она может ехать как полный автомат, и в то же самое время она едет как ручная коробка машину. У нее два диска сцепления стоит, причем магнетик сложнейший. А зачем два-то? Потому что один диск сцепления не выдерживает нагрузки с 12 цилиндров на коробку, которая и автомат, и механическая. А вот такой вопрос. Многие спросят, а что у нас она на галлон бензина пройти может? Ой, какой это страшный вопрос. Да. Она едет 12 миль на галлон. Она потребляет больше бензина, чем грузовики. Слушай, но 12 миль с учетом количества цилиндров, это вообще не так плохо? Это очень неплохо, да. Для 12 цилиндров, да. 12 литров, 12 miles на галлон, это неплохо. Да. Но оверолл для машины, это ужасно. И поэтому на эту машину, когда покупаешь, есть отдельный такс, который называется Gazelle Tax. То есть машины, лакшери-машины, которые жгут огромное количество бензина, на них специальный такс. На эту машину 10 тысяч такса налога только за то, что она жжет большое количество бензина. При покупке бензина. Или да. каждый год? Нет, при покупке один раз. Ну, так это относится ко всем Феррарис, ко всем Ламборгинис,
которые жгут очень много бензина. Но люди же покупают Феррари, Ламборгини, Астон Мартин. Ну, видимо, уже не в деньгах дело, вот. А в жизненной позиции. Видимо, реально уже не в деньгах, и, видно, да. Вопрос, сколько ты потребляешь бензина, уже не сильно тебя беспокоит. Да, да. Ну что же, хорошо, спасибо, друзья. Поблагодарим Виктора. Он у нас будет еще сниматься в сериале «Прогулки с Виктором». Ой. Вот. Ну, типа, это название такое просто. Хорошо. А сейчас он идет на урок. Привет всем.